Так, второй сюжет. 8 часов 14 минут. Ну, чтобы увеличить симметрию, точнее, создать, да, наденем наш рубиновый девайс на колпачок, или даже не на колпачок, а вот на ручку. Ну, в таком виде попробуем померить частоту и добротность. Почему бы и нет? Ну, вполне такая симметричная, на первый взгляд, конструкция. А может, еще и выйдет. Давайте посмотрим, что получится. Так, что здесь камеру лучше расположить. А нам надо будет на стол посмотреть. Потому что что там, собственно. Вот, посмотрим, что у нас будет творится на сцилографе. Включаем. Ну и сигнал управления включить. Спуск, ручной режим, минус 20 дБ включаем. Так, теперь подключить, собственно, сигнал детекторной секции. И, значит, поставить правильную частоту развертки. Значит, мощность теперь. Мощность выставить 99%. Так, все выставлено 99%. Теперь частота. Ага. У нас там еще не установлено. Не установлено. Так, как нам ее установить-то получше? Непонятно. Так что ли? Ну, посмотрим, будет ли там резонанс или нет.
Так, ну, ничего не получается заметить пока. Так, ничего не удается пока обнаружить. То есть в системе из 10 вот таких бусинок колебания с высокой добротностью не наблюдаются. Стоп, машина.